Компания Acutel представляет на российском рынке новую бюджетную модель своего смартфона C21. У него стоковый Android 10, три цвета, Midnight Black, Ocean Blue, Neon Purple. Две сим-карты, поддержка 4G, поддержка карт памяти, дисплей 6,4 дюйма, камера встроена прямо в дисплей, разрешение Full HD+, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти, а главное, фронтальная камера для себяшек 20 мегапикселей, задняя камера 16 мегапикселей, 4 камеры, точнее всего, плюс 2 мегапикселя, плюс 2 и плюс 2, батарея 4000 мАч. В коробке ты найдешь телефон, защитную пленку, предварительно наклеенную, кстати, на экран, чехол для телефона, кабель Type-C, уже спасибо, что не microUSB, а главная цена сегодня 7000 рублей, обычная цена 14. Успей ухватить на распродаже AliExpress, ссылка в описании. Всем привет! Сегодня я вам расскажу про микрофон FiFine. Это неизвестный китайский бренд, основанный в 2009 году, и который говорит, что они типа одни из лучших по звуку. На Амазоне они топ-1. Но судя по отзывам на AliExpress, это действительно похоже на правду. И немножко предыстории. Почему мы пишем это видео? Мы писали до этого все свои видео на петличку Rode. Это такая австралийская обалденная компания, которая делает хороший звук. Но петлички для наших задач было недостаточно. И когда ты в студии, тебе хочется записать хороший звук. И потом, чтобы не копаться, да, вот это вот, не делать лишних движений на постпродакшн. То есть записали, фигак и в продакшн. Удобно, да. Вот, сейчас мы пишем звук как раз на микрофон FiFine T669. Поставляется он вот в такой коробочке. Коробочка премиум, кстати, очень похожа и хорошо собрана, сделана так, как будто вы достаете какую-то премиальную вещь, а не микрофон за 4000 рублей. Здесь все уложено в своих ложементах. Есть такие всякие штуки интересные. Есть вот даже. Есть тренога, даже бонусная. Кабель. Короче, все, что нужно, есть для подкастинга, для записи видео в студии. Присутствует. Есть краткое руководство пользователя. Вот такое вот. Ну, оно, в принципе, не нужно. Почему не нужно? Потому что микрофон используется plug and play. То есть подключили к винде, к маку. Нажали кнопочку, все работает. Ну, в маке нужно выбрать источник звука, микрофон, да, для записи. Все, больше изи. Изи звук, изи хороший звук. Так, комплект поставки. В комплекте самое главное, это вот такая вот штука. Тренога. Не тренога, а подставочка, которая крепится на струбцину к столу. И можете двигать микрофон вот так вот. Сюда. Так. Здесь поп-фильтр сразу в комплекте, накладка для поглощения звука и антивибрационная подставка типа паук. Вот так вот она, кстати, двигается. Удобно. Поглощает все вибрации, ничего, все хорошо работает. То есть за 4000 рублей я был действительно очень сильно удивлен. Там китайцы когда написали, типа, ребят, мы там микрофоны делаем, да, возьмите на тест. Такие, типа, так, без денег взять на тест микрофон какой-то китайский. Ну, зашкварно, как бы. Потом, ладно, хрен с вами, присылайте. Вот они прислали. И, ну, вы можете просто послушать качество звука в этом видео, в других обзорах. Мы немножко офигели. Офигели, приятно офигели. Короче, в комплекте идет все, что нужно. Сама сборка огонь. То есть у нас был до этого микрофон Samsung, который стоит дороже и который тоже там типа легенда Алиэкспресса. Там качество аксессуаров было так себе, то есть какие-то заусенцы были, еще что-то. А здесь прям сборка, то есть, ну, металл, да. Это прям как премиум продукт. Ну вот действительно не ожидаешь от каких-то компаний порой таких выходок, когда тебе именитый бренд, ну, такой подсовывает не очень, а компания FaFine сделала дело. Может быть, пока они только там выходят на рынок, да, вот это я не могу сказать, но пока все хорошо. Что еще хочется сказать? Как я уже сказал, подключили микрофон, в винде нажали кнопочку, все пишет,
Все, никаких настроек. Можно, конечно, использовать софт. Я почитал отзывы на Алиэкспресс, ну, прежде чем писать это видео. И там какие-то люди говорят, мы какой-то там софт используем для записи аудио, и можно еще лучше, типа, сделать звук. Я не знаю, мы ничего не используем. Мы попробовали на Маке, на Винде, все нормально работает. Кстати, ну, даже совместим Sony PlayStation 4, может быть, 5. С Xbox, к сожалению, не совместим. Хотя вот с Windows, ну, непонятно, короче. Самое главное, что нужно сказать про этот микрофон. Это конденсаторный микрофон, предназначен как раз вот для студии, когда вы сидите в таком помещении, пишете видео, свои аудиоподкасты, все, что хотите, да, рецепты рассказываете, диктуете. Можно по скайпу даже разговаривать, Twitch, стрим, все что угодно. Поп-фильтр поглощает всю гадость, сделан, кстати, он хорошо. Поп-фильтр Агония свою функцию выполняет, микрофон свою функцию, главную функциональность выполняет, он пишет звук, пишет его хорошо, и самое главное, никаких приблуд для этого не нужно, никакого софта, никакой настройки, подключил, пошел, пишешь. Еще раз повторюсь, честно удивлен, какие-то китайцы, да, Fifine, типа, мы сделали хороший микрофон, типа, это лучший наш микрофон, возьмите, потестите. Единственный косяк был, сразу из минусов хочется сказать, ну, потому что, как бы, хватит хвалить китайцев за 4000 рублей, хочется, к сожалению, негатива добавить в свой обзор. Когда монтировали видео на одном из предыдущих роликов, я не знаю, как он выйдет, чуть позже или чуть раньше, был какой-то непонятный скачок звука, то есть ровный-ровный звук, и был вот прям один скачок, и все, больше я ничего не видел. То есть в остальном микрофон огонь, за свои бабки он точно огонь. Как бы... А на этом все. Подписывайся на наш канал, ставь лайки, ссылка на микрофон и на компанию Fifine будет в описании. Забыл сказать, привезли микрофон за 2 дня, то есть китайцы пишут, типа оформи заказ на Алиэкспресс, что-то там начали голову делать. Я говорю, ну вышлите уже, ребят, сами. Через 2 дня пришел микрофон ко мне в Московскую область. И вот за это хочется любить компанию еще больше, то есть 4000 рублей, 2 дня доставка и что еще нужно от жизни. Ладно, подписывайся на канал, ставь лайк, заходи, смотри подробные характеристики этого микрофона на сайте Алиэкспресс. Мы добавим ссылочку. А на этом все. Если хочешь хороший звук, теперь он у нас есть. Поэтому точно подписывайся и точно ставь лайки и колокольчики. Пока!